Привет, друзья! Я снова на море. Смотрите, какая погода прекрасная. Сегодня ночью был небольшой ветер. Как видите, море немного раскачало. И мы решили приехать прогуляться немножко по берегу, подышать свежим воздухом в надежде найти чего-нибудь вкусненького. Вот. Людей много, народ гуляет. Гуляют с собаками, с женами, с детьми. Ну, вот. Вот и мы приехали немножко подышать воздухом. Надеюсь, найдем немного ракушек, может быть, крабиков. Если нет, так пособираем травы морской, ламинарии, морской виноград и чего-нибудь вкусного приготовим. Погнали! Вот, друзья, и первая находка. Собака прошла и наступила. Даже не заметила. Вот такой вот гребешок. Смотрите, размер хороший. Ну, вот только первый. Сейчас походим еще, посмотрим. Смотрите, сверху на нем икра селедки. Как поналипла. Селедка недавно икру метала. Вот. Гребешок весь в селедке. Идемте дальше. Вот вторая находка. Ракушка. Ее тоже заберем. Если морепродуктов мало будет, ну, какой-нибудь супчик морской сварим. Крабишка, ракушечек. Вот и Димка нашел. Ну, хвастайся. А, он дохлый уже. Да, он, ну, просто его... А, все, вот ему хана. Да его это сейчас, покидай, да? Его, нормально живой. Ну, забирай. Покидай, пока сидит. Выкинула. Живой? А что, забери на супчик. Покидай, пока сидит. И мультан сварится. Похоже, мертвый. Ну да, он уже мертвый. Интересно, почему? Размер хороший. Его тоже заберем на супчик. Химультан, ну? Крабика на суп заберем. Был он в воде, сейчас он не будет. Поэтому копилочку
очередной гребешочек. Вот такая красота. Лежит, греется. Тоже забираем. Еще одного. Сейчас вода посветлеет. Вода очень мутная, гребешок, видимо, есть, но его очень сложно найти. Сейчас посмотрим. Вода. Вот он лежит. Еще один. Вот такой красивый. Тоже берем. Сейчас еще рядом посмотрим. Что, друзья, как видите, я уже дома. Улов у меня сегодня скромненький. Несколько гребешков, крабики. Такая ракушка и осьминожек. Из этих морепродуктов мы решили приготовить химультан. Процесс готовки я показывать не буду, так как ранее выкладывал уже на своем канале. Ссылочка будет вот здесь, если хотите, посмотрите. Так что, если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока!